Неправильно. Вот я бы думал, вот вы как представитель общественности, давайте возьмем это дело в свои руки. Давайте. Вот. Я не против. Вы понимаете, что у вас неприемные дни принимают блатных, за деньги принимают. Я сидел там, неприемные вот это дни. Да, это такое... Фотографируют, принимают документы. Человек приходит, ему говорят, на какое время прийти сфотографироваться. Я приходил несколько турфирм, спрашивал, сколько стоит загранпаспорт оформить, чтобы не стоять в очередь. Я говорю, это 450 до 900 гривен. Я говорю, каким образом вы это делаете? Он говорит, ну, вы понимаете. Сейчас вот эти мы все... заносим эти документы в нерабочее время, людей потом вызывают, когда вам удобно фотографироваться. Это же ненормально. Сейчас у нас открыт на Садовой центр. Да. Значит, акцент делается на то, что все вот желающие эти деньги заплатить, пускай идут туда. А вот 250 человек нежелающих, нет у них денег, женщины с детьми, может быть, без мужей, бабушки, дедушки, у них нет 250 гривен лишних, они хотят заплатить то, что по закону. Но они ночами дежурят, днями дежурят, 3 раза в неделю в 9 утра пришел, не успел, маршрутка опоздала, там проспал, вычеркивается списка, он уже 3 недели простоял. Данная ситуация, если людей сейчас у нас в 3 раза увеличилось желающих получить паспорт, я говорю, зачем паспорт вам нужен? На всякий случай. Мало ли что будет у нас завтра. Знаете, для меня, вот, допустим, я увидел сегодня всю эту ситуацию, для меня это как... выглядит все таким образом, что людей как будто специально вынуждают идти и платить деньги. Совершенно ну. Верно. Не, ну почему вынуждают? Ну как? Если, давайте с другой стороны посмотрим. Сидят те же люди, сотрудники. Вот у меня, например, здесь 3 человека всего работают, которые по паспортам. Я вас приглашаю, приедете 8 часов сюда и посмотрите, что здесь делается. Вот горы документов, мы сидим, они сидят, они в 9 часов уходят отсюда. Те человека, которые принимают документы. Да, они должны обработать. И каждый должен, может принять по 30 документов в день, да? Так мы же со всех еще узлов области здесь обрабатываем, понимаете? С Южноукраинска. То есть на 90 человек в день не могут принимать? Да почему 90? Ну 30 человек, если в день. У нас в день принимают здесь не 30 человек. У нас в области принимают от 60 до 80 человек. Я только что спросил 30 человек. Разрузить что? Вот, ну, вот мы уже с вами пришли к какому-то выводу. Если вы говорите с любым документом принять хотя бы не всех, там, бабушек, женщин с детьми по 100 рублей, да, чтобы они сдали без очереди, ну, с минимальной очередью. Плюс вторая позиция – повесить в коридоре Ленинского района пример заполнения документа. То есть человек может сам заполнить, не ждать, когда ему придет заполнить. И дать чистые бланки. И чистые бланки дать. Второе разгрузит очередь. Человек уже будет с готовыми документами приходить и сдавать. Это мы сделаем. И третий вариант, кто не хочет сам заполнять, но дать возможность людям по 25 гривен заполнить девочки. Ну вот пока не разберем. Реально. Вот это последний особенный. Пока не пройдет вот этот ажиотаж. Потом все вернется, 5-10 человек они будут принимать 15. Они приходили, никто очереди вообще не возникало. Это же можно вот эти 3 позиции сделать. Повесить примеры, люди сами, столик какой-то поставить маленький, заполнять. И дать чистые бланки. Девочка, которая не хочет заполнять, по 25 рублей пойдут люди. Из ДБ документов, если вы с директором переговорите, хотя бы льготные какие-то группы сделать там. Я живу, потому что приходит, дама сегодня приходила, одна с коляской, а вторую за руку тянет 3 года. Ну, ей тоже 3 раза в неделю даже приходить, потому что мы приедем. Надо всех собрать и всех притащить. Хорошо, я услышал. Плюс женщины после 65 тоже там стоят, но это уже, грубо говоря, пенсионеры, то есть им можно как бы тоже льготно это сделать, правильно? Хотя бы вот это льготников. Ну и в первую очередь, конечно, люди, которые стоят, говорят, мы не знаем, какие квитанции платить, мы не знаем, как заполнять, мы не знаем, где что брать. Вместе доску информативную, все люди, как налоговые, как везде. Человек мой сам может заполнить. У него есть чистый бланк, он заполнит.